Quo. И сегодня я покажу, как сделать интро для токи. Ну, сначала заваривайте чаёк и готовьте вкусняшки. Кстати, я удалила случайно свою интро, придется его делать самим. И я уже буду делать новое интро, и вы как раз узнаете, какое у меня интро будет. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. Давайте начнем. Итак, нам нужно зайти в любое приложение для вашей обработки, где вы видео обрабатываете. Там мы нажимаем на видео и новый проект. Класс вас. Вот. Ой, минуту. Ой, я перепутала. Подождите. А, да. Нам нужно понадобиться Pinterest. Мы заходим в него. Я перепутала, извиняюсь. Мы заходим в Pinterest. Так, у меня интернет не уходит. Сейчас вот. Pinterest и пишем картинки для токи. Вот, картинки для токи. И вы можете пролистывать и искать какие-нибудь картинки об устройстве, мне кажется. Вот об устройстве что-то. Вот. Ну что-нибудь такое. Я даже не знаю. Я хочу какое-нибудь эстетичное, так сказать, интро сделать какое-нибудь. Вот давайте картинки. Токи. Устройство. Токи. Вот я. Ой, той, ну ладно, токи. Токи. Все. Все, я вроде бы правильно написала. И давайте теперь подыщем. Вот, какую-нибудь себе картинку. Я даже не знаю, какую картинку. Но я люблю, которая у меня на заднем фоне. Есть обустройство картинок. Так что я очень люблю это все. Я хочу вот эту. Давайте попробуем какую-нибудь вал. Смотрите, какая обработка крутая. Мне очень нравится. Может пойти эту только без персонажа. Анимация в персонаже. Тут блеск. Мне кажется, я выбрала вот такой вот. Детская токи-боки. Мне кажется, она неплохо выглядит. Я возьму. Качать спрашивание. Потом мы заходим в InShot, ну, либо в рейтинг для вашей обработки. И вот у вас новый, ой, у вас появляется, ой, не то, извините. Вот. Вот это надо взять, надо было, вот. Нужную картинку, потом мы нажимаем на стикер, и мы нажимаем на вот эту вот штучку. Потом мы нажимаем на плюсик. Ну, у меня уже есть, так что нажали. Вы можете делать скриншот своего персонажа, либо обработку. Это вот моя любимая обработка, которую я сделала. Это моя первая обработка была. Я больше не делала обработки пока что, но, может быть, сделаю. Дальше мы должны поставить персонажа, как вы хотите. Вот так. Я хочу делать интро подлиннее, потому что. Интро какой-нибудь подлиннее хочется сделать. Вот, что вот так. Я сделала вот такую вот длину стикера. То же самое нужно делать, как длину и видео. Вот, и он должен вас ну, выстоять, должно вот так. Вот, так что вот. Я стараюсь подстраиваться как-нибудь. Все готово, отлично. Дальше вы должны добавить еще стикеры, редактировать вашего персонажа. И вы должны сделать вход и выход вашего персонажа. Как он будет входить, как выходить. Вот, например, вот так, либо вот так, либо вот так, либо вот так, либо вот так. Мне очень нравится вот так. Не, подожди, вот так вот. Мне очень нравится. Теперь выход. Ой. Выход. Выход я хочу сделать вот так.
почти. Вот так вот. Мне кажется, такой классный. Дальше потом я добавляю еще стикер и добавляю подписку. Вы тоже можете найти ее в Пинтересте, подписку, не сами делать. Ой, что-то у меня не так получилось, вот так. Все. Готово. Дальше можете добавить разные фильтры, например. Вот, я люблю добавлять разные фильтры, типа... Я хочу вот этот. Мне кажется, вот этот самый классный, топовый. Все классно. Теперь можете добавить текст, например. Ну, как я говорю, заваривайте чаёк. Ну, я уже так начала говорить, потому просто это естественно так выглядит. Придумала. Так, смотрите, завариваете. Чай. Йог. Чаёк. И как-нибудь вот так вот можете поставить. Как-нибудь вот так, что ли. Ну, я люблю вот так просто прямо ставить. Просто прямо, смотрите, ребята. Дальше вы можете добавить стикер какой-нибудь, чай, например, можно в поиске, так мне легче. Поэтому я зелененький, мне больше нравится, и печенька. Печенька. Все, мне очень нравится. Вот так. Чаек. Ой, надо нам еще делать, редактировать, как она будет выходить и входить. Выходить. Мне кажется, вот так. А выход вот так. Все. Потом мы еще будем. И нажимаем еще текст. И приготавливайте вкусняшки. А, ладно, давайте приятного просмотра. Приятного просмотра. И можете добавить. Я люблю так, смотрите. Боль. Ше. Ладно, короче, не то. Надо искать в этих. Что мне нужно? В этих, как сказать, в циферках. Где больше тут? Ну, давайте скобочку добавлю. Ой, скобочку добавлю. Я знаю, как прикольно было. А, смотрите. Чаю и три точки. Давайте лучше тройку. Я даже не знаю, как это делать. Но, ну, вот так вот. И теперь опять. Так вот. Да, нам нужно и так же. А, смотрите, главное, чтобы она была немножко дальше, потому что так некрасиво вырез. Она прям там близко будет. Давайте ее переместим. Вот так вот, чтобы мне видно было. Все отлично, теперь мы интро сделали. После того, как мы все сделали, мы заходим в Telegram бота. Ну, в Telegram. И пишем музыка без авторских прав. Тут вы можете подобрать красивую. Самое главное для вашего подходящего интро. Ну, я вернусь, когда выберу все. Беру нужную музыку. Теперь я дохожу на итерейточе. И потом мы заходим сохранить музыку. Так что у меня... А, сохранить музыку. И у нас уже сохраняется. Вот. Так что вот так вот сейчас вернусь, когда сохранится. У меня уже сохранилась музыка. Теперь мы заходим в, так сказать, в наш инчет. Дальше мы заходим и пишем, ну, заходим в музыку, где тут у нас написано музыка. Потом мы заходим в музыка плюс и заходим в моя музыка и ищем музыку. Не, так, я уже нашла музыку. Очень классно. Ну и главное вместе с этой.
Все, мы нажимаем есть, и вот такой вот у меня интро результат. Будем. Ну, такой вот результатик получился. Всем пока, я надеюсь, я вам помогла. До новых встреч.